Конференция «Великая Европейская война» – одно из мероприятий, которое традиционно собирает в усадьбе Немцевича ведущих краеведов, ученых-историков, увлеченную молодежь. Как правило, на такого рода научных форумах раскрываются интересные, ранее неизученные факты, а потому мероприятие всегда имеет широкий резонанс. Исследуются темы не только на территории Беларуси, последствий этой войны, но и также и, в общем-то, доклады представляют историю практически по всему миру, и можно отметить, что у нас проходит уже 8-я конференция, то есть это ежегодная, во-первых, конференция, и практически по всем конференциям издаются сборники. Выступают у нас, безусловно, как любители краеведы, так и люди, которые профессионально занимаются, так и, скажем, одни из ведущих ученых по Первой мировой войне, то есть представители, скажем, профессора, доктора наук. Традиционно приезжают в гости к берестейцам краеведы Витебщины. Тематический кружок из Полоцка, руководит которым Вячеслав Дементьев, регулярно выезжает в походы, откуда всегда привозит что-то новое и интересное. Вячеслав Ростиславович сам с удовольствием изучает историю края. Его увлечение поддерживают и дети, и родители, которые без труда отпускают ребят в экспедиции даже на неделе. То, что касается нашего района, Витебской области, мы практически прошли всю линию фронта, начиная от Браслова и заканчивая поставами с выходом на Мятель. Вот, в последние годы мы занимались изучением событий Первой мировой войны. Это Нарочская наступательная операция, Кревская наступательная операция. И новая тема у нас – это фортификационные сооружения по линии фронта Великой войны, начиная от Браслова. И вот мы дошли уже до Воложенского района Минской области. В прошлом году были в Воложенском районе. Самые интересные доклады войдут в тематический сборник. Так с наработками ученых смогут познакомиться все желающие. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.